закончен тест фотоаппаратов Зорки и Лейка. Мы решили сделать тест, потому что нам совсем не верится в это утверждение, что кто-то может победить Лейку, но наши парни в интернете пишут, что Лейка и Зорки — это одна и та же штука, как бы. Это одна и та же, один и тот же фотоаппарат, это вообще одно и то же. Короче говоря, когда вы посмотрите, что у нас получилось, вы как бы для себя примете какое-то решение, кто же все-таки убийца Лейк, Зорки или все-таки Зенит. Наверное, все-таки Зенит убийца Лейка.